Итак, давайте представим, что мы оказались на съемках шоу «Битва экстрасенсов». Прошло уже много миллионов сезонов, никто не помнит, с чего все началось, никто не знает, чем все закончится. Но что, если на битву придут не совсем обычные персонажи? Камера, мотор. Анечка, детка моя, ты готова? Готова. Тогда поехали. Ребята, говорю же, осталось совсем немного. Блюдс никогда не врет. Я видела вас по своему Apple Блюдс. Ой, опять эта Еленка верещает. У нее вчера видео 100 просмотров набрало, так как она завизжит на весь лес. У меня до сих пор голова болит. Уважаемые экстрасенсы, прошу вас, пожалуйста, подойдите поближе. Дорогие друзья, всем добрый вечер. В эфире знаменитое шоу «Битва экстрасенсов». И я его бессменная, вот уже много миллионов сезонов ведущая, Анечка Загадочная. Сегодня нас с вами ждет очередное отборочное испытание. А именно, нашим экстрасенсам нужно будет сказать, что находится в черном ящике. Каждый из вас сейчас будет подходить к ящику и попытается проникнуть в его тайну. Напоминаю, что лучшие из вас окажутся на битве. Ну что, все настроили свои магические радары? Итак, с вами самое мистическое шоу отечественного телевидения, и мы начинаем отборочное испытание. Ребята, правда есть такая телепрограмма? Я видела его по своему Apple Блюдсу. Давайте я угадаю, я же Елена Премудрая. Прошу вас, Елена. Итак, перед нами ящик, он черный. Черный значит тьма, тьма значит ночь. Ночью холодно, следовательно. Ну, холодно когда? В Новый год. Итак, Новый год, ящик, мандарины, Чебурашка. Там что номер 5, да? Это приз мне? Боюсь, Елена, вы не угадали. И мы переходим к следующему экстрасенсу. Ну вот опять. Послушай, Ига, не нравится мне тут. Пойдем домой, а ну мы же только пазлы в кучке по цветам разложили. Кощей, ну не мороси. Давай покажем им настоящее шоу, а? Что мы им показать-то можем? Нам жить-то 2 понедельника осталось. Уж тебе ли об этом говорить? Ты же бессмертный. Насчет этого я хотел с тобой поговорить. Ой, подожди. Так, ну что, есть следующий желающий? Женщина, коробочку подайте. Сейчас покажу вам настоящую магию. Бабушка, я вам не прислуга. Подойдите и сами пройдите испытание. Девочка, коробочку мне принеси. Колдовства навести охота. Так, бабушка. Там. Давайте не будем портить реквизит. Он стоит дороже всех ваших вещей. Лучше скажите уже наконец, что в черном ящике? Молчи, несчастная! Сейчас ты все увидишь. Там. Там. Ну. Там. Там зубные протезы. Увы и ах, там что-то другое. Так, девушка, давайте будет следующий. То есть нужно угадать, что в этом черном ящике. Я правильно понимаю? Все верно. Ну хорошо, сейчас мы это сделаем. Прошу вас. Что ж, болотная вода, дай мне сил. Чую что-то знакомое. Вода, соль, мелкий кварц. Монако.
Зачем мне солнце, Монако... Ой, не тот текст. Водоросли, рыба. Ах, вы живодеры, там рыба из моего болота. А это на минуточку, гражданочка, 256-я статья УК РФ. Эту рыбу срочно нужно выпустить в ближайший водоем. Отойди, хмырь болотный. Ребята, давайте жить дружно. Так, уважаемые экстрасенсы, давайте драку оставим на следующие выпуски. Мордобой для рейтинга лучше в финале устроим. Я следующий. Да, вот такой готичненький. Попробуйте. Так, где вообще черный ящик? Эй, куда живодер? Вы что сделали? Кощей, Кощей, я тебе говорил, что это люди у тебя украли яйцо. Так, что происходит? Так, ребят, я не поняла, этого не было в сценарии. Что происходит? Так, стоп. Я живой? Яга. Я чё-то не понял. Ты же мне говорила. Упс. Ну, понимаешь, это же по молодости было, по глупости. Хотела я тебе зелье любовное дать. Ты ж костлявый. Ни одной кикиморы не пропускал, на меня внимания не обращал. Да только ж я слепая всегда была. Да, слепая. Ну вот, я очки носила и ярлычки перепутала. Вместо любовного зелья дала тебе эликсир бессмертия. А ты тогда от Иван-Царевича возвращался? Он в тебя обойму из калаша выпустил? Ты не умер и удивился. Ну, я и придумала эту историю про яичко. Из папье-маше сварганила, ты и поверил. А вообще знаешь, ты сам виноват. Ты на меня никогда внимания не обращал, все философствовал. Ты разбирайся теперь сам как хочешь, понял? Яга, то есть все это время ты мне бессовестно врала? Но как ты хотела строить со мной семью? Ведь в здоровых отношениях так не делается. Не перебивай меня. В здоровых отношениях люди должны доверять друг другу, слушать и слышать друг друга, чтобы смочь выстроить экологичные связи. И вообще... Алло, Валера? Привет. Я все поняла. Ну что, что ты на первом, а я здесь? Для любви и творчества не должно быть никаких преград и условностей. Знаешь, экстрасенсы — это все вранье. Давай вместе новое шоу замутим «Волшебная любовь». Я тут таких сказочных нашла. Валера, Валера, я буду нежно и верно. Самые волшебные, сказочные и любимые Анна Шишкова, Вероника Тарасевич, Арсений Мещеряков, Екатерина Луценко, Лев Селиверстов. Спасибо вам, ребята!